Ребятки, всем привет! Лёша приехал к маме, сейчас носочки надевал. И поздравил нас с 8 марта. Это мамочки. Здоровья тебе. Белые розы. Тебе вот шампунька, полотенчик. Спасибо, сыночек. Вот. Любочка, это тебе. Да, и у меня вот. Спасибо, Лёш, большое. Спасибо. Верочка, это и Верочке. Вера, что ты знала? И Верочке подарочек. Она уже отнесла в ванную. Спасибо большое. А всех, Саня? Всех женщин поздравляю с праздничком. Желаю здоровья крепкого. Счастья, всех благ. Ну и всего-всего земного. Да. Хорошего всего. Спасибо, Леш, большое. Спасибо. А Саня с Ромой увидели, что Леша пришел поздравлять. И пошли. Время уже 8:30. Только пошли. Да. Пришли. Пришли. Ну, спасибо. Как спасибо. Ой, тюльпаны мои любимые. Красный, спасибо. Еле нашли, представляешь? Да? Спасибо. Спасибо. Вера! Бабуля желтая. Рома любит желтый цвет. Это его любимый. Коробочки закрыты все. А у меня нюхалка не работает. Спасибо большое, спасибо. А что там, Вера, где? Где там? Идем сюда. У тебя тоже цветочки? Ой, спасибо. Спасибо. Фиолетовые, любимые. Спасибо большое. Мама вот телевизор YouTube смотрит тоже. Вот эту женщину с праздником. Поставим под воду. Спасибо большое. Спасибо. 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 Сейчас будем кушать, обед, завтракать. О, красота. А потом говорит, я эти лепёшки. Красота. 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 Что, кто там, что, самсу делали? Да. А мы будем пить чай сейчас, сейчас, ребятки. Я вчера пирог делала, вот это вот курочка KFC, KFC. Ну, сейчас чай заварю и будем завтракать. С 8 марта! С 8 марта! Всех с праздником! Всех с праздником! Самое главное, всем здоровья! В первую очередь. Да. Счастья! Счастья! Да. Рома, а ты тоже мужчина, поздравь наших женщин. Ну, то же самое. То же самое, стесняется. Ну, скажи, что, он, что пожелаешь ты. Курицу убери, здоровье, еще что? Счастье. Еще что? Чтоб самое главное, что? Деньги. Господи, Рома. Чистого мирного неба над головой. Самое главное. Деньги. Тоже немаловажно. Да, женщины, денег, достатка, да, ты имел в виду? Угу. Ну, все. А жир валяется. Жир. Мися. Мися лежит. Сидит даже. Да? А? Сидит. Мися. Жир ты мой маленький. Жир. Животик вон. Лысый, жирный. Жирный. Отдыхай, отдыхай. Отдыхай. Ребятки, это уже следующий день. Я приехала переделывать зуб. Вот эту государственную стоматологию. На платной основе мне делали зуб. Я буду его переделывать. Я вчера созвонилась с врачом, он сказал, приезжай. Вышла я от стоматолога, мне прочистили каналы, сняли всю эту пломбу и вот дали назначение. Полоскать и пить антибиотик. Вот этот по одной капсуле 3 раза в день, 5 дней. И сказали наблюдать. В течение 5 дней... Если боли уйдут, значит обращаться к врачу. Дальше будут работать. Если нет, значит вот все время закрывать ваткой эту дырку, когда есть. Поела, открыла, полоскаем. 5-6 раз в день. Вот, по стакану 5 дней. Так что вот так, ребятки. К
когда я обратилась к врачу, я сделала рентген. Это вот в этой напротив клинике. Как она называется? Не клиника, а стоматология, эстетика. Там, конечно, рентген, он весь размытый, там толком ничего не видно, как в тумане. Но однако же видно было, что у меня там не было уже корней, этот зуб мне уже лечили до этого, пломба хорошая стояла. Вот. И сейчас я пришла к врачу, показала этот снимок. Врач сказал так, что нету у нас рентген. Кому обращаться, чтобы в нашей стоматологии государственной был рентген? Вот кому? Кто этим занимается? Почему этого нет? Вы понимаете, приходится ехать далеко аж в соседний хутор, а у кого нет возможности. А если бы врач меня не принял, этот Игорь Сергеевич, куда-то? В Майков, Белореченск, чтобы сделать снимок, да, рентген. Ну вот, я показала врачу, показала, что объяснила, что мне даже языком дотрагиваться больно. Мне доктор расчистил все каналы, пломбу убрал, расширил еще каналы. Один корень у меня кривой. Ну, у меня не такое, даже когда он у меня иголочку расчищал, она у меня вот не прямая, вот так вот пошла. Ну, и дали назначение. Все, буду так действовать. Господи, я уже устала с этим зубом, я вам клянусь. Куда, вот объясните, кто в нашей станице живет или кто в Майкопе живет. Куда обращаться, чтобы в нашей станице Георгинской, в государственной поликлинике, да, вот этой, был рентген. Почему его нету? Короче, ребятки, я еду за свет, за газ платить и домой. Ребятки, я сейчас еду Верочку отвозить в этот, ключи в кармане. Куда там Верочку? Это наше видео, мама смотрит. Смотрите, какая красота. Тюльпаны. Это нам подарили. Лешины розы. Смотрите. Вот тюльпаны. Смотрите, какая красота. Это мой любимый цветок. Мы специально поставили здесь, чтобы у мамы глаз радовался. Нравится, мам? Нравится. Смотрите, как красиво. Иди тоже. Красота. Пойдем, Веруш. А ты домой. Сейчас, ребятки, надену обувку, обувь. А я дышу так. Ниночка мне сказала, купи карандаш, дыши. Я его не чувствую вообще. Саня вот так вчера подделал, вот так. Он говорит, ой, аж прям помозгал. А я не чувствую нифига. Ну, так хожу. А погода обманчивая. Ой, опять что-то тепло. Ребятки, господи, прощаются. Так, господи, сейчас покажу. Что вы там прощаетесь? Всем привет. Всем привет. Дочь же без папы не может. Ой, да ладно. Папа, ладно, ты прям с нами? Я говорю, прям... нет, вы, говорю, девочки сами. А это, как его называется, сколько там температура-то? Веруша, там машина открыта, давай. Вот так, чик, иди. Иди, чик, Мусенька. Сколько температура здесь, а, дочь? В тени. О, ребятки, плюс 20. Видите, что творится? В тени, где нет солнца. Ну, давай не будем, потом ты будешь пукать ходить, блин, как я. Ну, давай, нет, одень, ну, надень вещи. Что ты творишь, а? Я ж домой. Ну, и что домой? Что ж ты прям с порога перебиваешься? Короче, Саня сказал, с нами поедет. Мусенька! Саня сказал, с нами поедет. Смотрите, ребятки, чтобы у всех такое небо было. Чистое небо, мирное, чтобы у всех. Мусенька, что ты опять здесь, как черт, че? Давай кувыркаться, алле, хоп, давай кувыркаемся, алле, хоп, давай, Муся, алле, хоп, Муся, давай. Ладно, Вера опаздывает, а. О-о-о. Так, жирочек мой, давай под колеса не будем лезть, иди, алле, иди давай, иди туда, все, иди. Мы хотим сейчас Веру отвезти в магазин заехать кое-какой. Вот. А потом Верочку отвезем куда, Вера? На пение, а потом после пения сразу мы с Настей пойдем на английский. На английский. За английский заплатили, все? Нет, сегодня надо будет оплатить. Сколько? По-моему, 2800. Одно занятие сколько стоит? 400 рублей. 400 рублей? Одно занятие групповое. Сколько у вас в группе человек? А сколько по времени идет занятие? Час? Да, час. Не полтора? Нет. Ну, сколько человек у вас там? Один, 10, да, миллиард? 15, да. Ну, примерно. 6. А, хорошо. Ну, погодка какая. Курочки чьи-то. Осторожно, Саня. Осторожно. А, нет, серьезно. И ички здесь бегают. Кыш! Подожди, Саня! Кыш! Все!
Шах! Шах! Куры! У них же мозгов нет, да, говорят, у кур? Да их крыс отсюда! У них нет, да, мозгов? Нет, есть? Я думала, что они безмозговые, клянусь, думала, у кур мозгов нет. Не, ну они есть, но они извилины, не работают. Это правда? Да нет. Да? Ну я думала, так, клянусь, правда. Просто видите? Они такие шустрые. Ну и что, если шустрые? Хорошо, мы с тобой, вот я шустрая. Значит, у меня мозгов, что ли, нет, Сань? Ты что творишь? Наоборот, кто шустрый, у того мозги более развиты, наверное, да, ребят? Видите, там ветряные мельницы за столицей. За столицей. Видите, вон там они. Вон они порхают как. Ей-ей, как. А мы сюда, Дива. А что ты сюда не ставишь? Сюда ставь. А здесь для инвалидов. Ну там для инвалидов. А здесь где мы стали? Здесь нет. Ну вот. Здесь нет. А, ну да, вон. Там да, мы туда, в этот магазин. Дива. Дива, Мива, что она там? Слива. Давай по быстрым шагам, потому что скоро на занятия. Через час. Нет, уже через 40 минут. Надо пораньше, за 15 минут быть на месте всегда. Крема здесь вот такие. Корейской косметики, да, много? И цены здесь нормальные. Невысокие. Умывалки. Краски профессиональные. Шампунь. Цена 649. Что здесь? Корейский вот этот шампунь хороший. И для ногтей все. Кто ногтями занимается? Пилочки. Так, мы в магните возьмем мандарины по 97 рублей 99 копеек. Они должны быть вкусные. Я вижу, прям они вкусные. А так в магазинах сколько? 120-140, да? Угу. Ну, без этого нужно выбирать. Мандаринчики хорошие, я считаю. Цена, считаю, тоже нормальная. Давай наберем. А мы едем на Верочку, отвезем сейчас на вокал. Погода хорошая, тепло, вон машина даже показывает, плюс 20 градусов, весна. Центр народной культуры. Давай, Верушечка, телефон ты взяла с собой? Да. Давай, позвони. Все? Вы потом с Настей дойдете? Да. Пока. Потом на английский. Пока. Давай, воду положила себе? Да. Все, давай. Не торопись, не торопись. Тут машина ездит, не торопись, потихоньку. Давай, стой, Саня. Веруша! Мы сейчас заедем вот тут, вот сюда, потом налево, там вот этот Доброцен. Сырки хочу посмотреть. Ну, еще пока станица не зеленая, еще рано. Трава, она и в январе зеленая, видели, и в феврале зеленая. А ну, чуть-чуть видите. Пройдет время. Да, вон, видите, вертушки, это не вертушки, а ветряные мельницы, видите, вон в конце улицы. Ну, это так кажется, в конце улицы, они огромные. Все, мы уже на месте. Это здесь пролетаем, как фанера над Парижем, только за сырками. Все есть дома. Есть, я уже отсюда вижу, что есть. Ой, как здесь холодно. Вот они. Вот они, любимые сырочки. Вот они. Короче, вот так выгоднее покупать. Слышишь? Упаковка 155 рублей. Там у них 6 штук. 5 штук, да? Мы дома. Мы приехали. Взяли колбаску. Эту. Ну ладно, домой приду, покажу. А то, ребятки, у меня здесь... Вот это чик-чик. Взяли йогурты вот такие карамельные. Упаковку йогуртов. Потом взяли сырки. Это в этом, ребятки, Доброцен. Шоколадные вот эти вообще вкусные. Рома любит еще. И тебе надо. И тебе. И колбаску русскую. Сейчас я ее прям нарежу и прям нажарю. Вкусная. И в магните корм кошкам по 309 рублей. И мандарины, вот пакет. Мандарины обалденные, вкусные-вкусные.
в Магните, ребятки. Во всех магазинах 120-140, а вот в Магните, где вот для рынка, они 97. Сейчас буду делать колбасу, жарить. Ну, сейчас вот так сделаю. Именно люблю, вот, чтобы она была с жирком, и ее прям хорошо до золотистой корочки обжарить. Так, вот так прям ее. Не толстыми, не тонкими. Вот такими колесиками. Вот так. Вот так. И ее еще... Сейчас, ребятки, руки я помыла с мылом. Они у меня кипяченые, чистые. И вот так. И вот так, чтобы они быстрее, чтобы они не выгибались во время жарки. И это также вот так. Все. И буду обжарить вот такими кусочками. Вкусно. Чуть-чуть масла. Ребятки, лайфхак. Как пожарить колбасу. И ушел. Вот так. Арчи уже здесь стоит. Я ему дала кусочек. Стоит. Хвост как антенна. Как сказали, крыло или что там. От самолета. Вот. Ах, тут два раза пожарю, потому что колбасу я нарезала побольше. Когда вот это я заменю, а? Ну, такая вкусняшка, ребятки. Вот это мое. Вот этот канцероген я люблю. Ты любишь, Саня, такой канцероген? Ага. Саня тоже любит. Ну тут на видео вообще кажется оттаст. Вообще кажется. Ну вот, нравится нам такое. Будь здоров! Сейчас хлеб. Сань, давай еще хлеб нарежь, а то здесь мало. Вот тут две булки хлеба Саня покупал. Нарежь, Сань, булочку свежую. Нарезай. Люблю жареную колбасу есть с перцем и с уксусом. Это перец настоящий, не паприка. Домашний, стручковый, острый. Это острый. Это Мариночка мне давала. И смешивать с уксусом. Кто какой любит уксус? Ребятки, я надела, сделала в дырку свою этот, что там, вату. И вот верхняя челюсть касается этой ваты. У меня аж как по мозгам. Может, мне обезболивающее что-нибудь выпить, Сань? Это невыносимо, аж по мозгам. И, ребятки, вот берете колбаску вот так. И вот так в перце. Просто вот так вот. Это, ребятки. Вкуснятина. Обожаю такой перец. Прям перец-перец. Ребятки, лежу. Зуб ноет. Вы бы только знали. Я его полоскаю. Соль, сода и йод. Если я ем, я затыкаю ваточкой, маленькой. Мне сделали дырочку, не такую вот, как на весь, то, что мне делали пломбу сверху, сбоку. Нет, только сделали дырочку, всю пломбу сверху не убирали. Вот прочистили, увеличили каналы, когда мне их начинали прочищать. Ну, от старой пломбы. Ужасная боль была. Такое ощущение, что как будто туда ногой залезли и топтали. Ну, терпимо. Доктор сказал же вот так полоскать 5-6 раз в день и пить антибиотик. Сейчас еще пойду выпью. Очень сильно болит. Очень даже, знаете, как ноет, так ноет. Но 5 дней посмотрим. Мы сейчас, знаете, что делаем? Я лежу, ребятки. Извините, пожалуйста. Вот лежу прям на... Что у меня здесь? От футболки. От футболки, ребятки. Это не то, что там кто-то подумал что-то. Ребятки, лежим. Нам сейчас скинули. Приехал электрик, рассчитал все. Черновая электрика. Че, сколько, чего, сколько. Вот. И ребята также до этого нам говорили по блокам, что чего, партнеры, какие цены, сколько стоит доставка. Если мы ищем дешевле, если мы хотим других, мы выбираем сами. И вот нам прислали сколько чего, сколько черновой электрики. Там, конечно, я в этом вообще даже не хочу понимать. Я даже не хочу вникать. Саня сидит вон,
и сидит, все это вникает. Чё, сколько, чего, в других местах, какие цены. Сверивает, смотрит, сверивает. Что за слово сверивает? Ребятки, русский речь меня покинул. Сверяет, сверивает. Вот. Завтра будем думать, смотреть, что как, а потом решим. Как и кто. Где брать будем. Потому что то, что ребята предложили, у них есть партнеры, тоже делают скидку. Ну, сейчас еще в другие места отправили. Завтра будем ждать результата. Ну и сами еще посмотрим. Саня сидит, ковыряется, вот смотрит. Так что вот такие дела, ребятки. Очень много комментариев прочитала, люди написали. Спасибо огромное. Очень много людей написали, что и вид из окна обалденный. Спасибо большое, да, я согласна. Вид из окна вообще суперский. Еще женщина написала, как так ребенку балкон, она будет спать. Я буду такое блокировать. Или говорят так, а что, для вашей мамы места нет? Я тоже это буду блокировать. Я таких блокирую. Вот, которые считаю неуместными вообще, такие вопросы безобразные. Я просто буду блокировать, я больше не буду это сюда говорить. Правда. Мама вообще будет, знаете, какая комната красивая? Вообще атас. Мама будет телевизор в комнате, все как надо. Кровать будет хорошая, свет будет красивый, стены будут красивые, шкаф будет красивый. У Верочки то, что на лоджии, там все будет утепленное, понимаете? Вам говорят, мы боимся, что ваш дотронешься до ваших окон на лоджии, они перевернутся, упадут. Ну вот смотрите, когда устанавливают пластиковые окна, да, вот эти стеклопакеты, там в любом случае должны быть щели. Правильно? В любом случае должны быть щели. Дом ходит, дом играет. Вот нам в доме везде мы поменяли на пластиковые вот эти, что там они, окна, да, рамы, стеклопакеты, как они пластиковые. И вот эти щели, их запенивают. Ну, вот от застройщика они плохо запенены. Вот. То, что, ну, вот смотрите, мы в следующий раз, когда поедем, мы покажем в двушках. Может, кто не видел, как было изначально. Мы покажем в двушках, там ничего не сифонит, там ничего нет такого. Там придраться не к чему. Когда мы пришли в нашу квартиру с Сергеем, многие написали, вот что он пристал к этим окнам, к этим рамам, что сбоку все отлично, все хорошо. Но однако же, вот, как видите. Вот. И когда мы везде в доме ставили стеклопакеты, то также идет, не бывает так, конечно, впритык, но не бывает такое, что впритык. Пеной там вот это герметизируют или как там? Как это? Герметизируют, да, Сань, пеной? Ну да, пеной заделали все щели, по идее. Да, ну не бывает, Сань, что вот вплотную? Нет, конечно. А там, вы посмотрите, как они крепятся. Они крепятся хорошо к потолку, сбоку, снизу. Оно не упадет, оно не рухнет. И вот написали, какая у вас там снизу кирпич. Там был вот такой слой был на этом кирпиче. Но это все будет, все это содрали, все убрали. Вот этот снизу, то, что кирпич, сбоку, оно все будет утепляться. Это не просто, знаете, красиво отштукатурят и все. Будет утеплитель. Там нигде фонить не будет. В комнатах будет, в этих будут теплые полы, понимаете, как. Будет все тепло, будет все хорошо. Ну, мы же не дурачок какой-то, чтобы ребенка отправлять туда, вот, на балкон спи, как там. Мешок картошки, да, чтобы он не зацвел. Ну нет, конечно. И у мамы комната, и все. Не надо делать такие вопросы с подвохами. Я понимаю прекрасно, где юмор, где подвохи, ребятки. А-а-а. Не надо. Спасибо огромное за то, что у нас такие адекватные зрители. И очень много людей говорят, что так хочется уже быстрее увидеть, так хочется уже быстрее посмотреть. Но ремонт будет долгим. Это долгим. Правда, будет долгим. Мы не торопим, мы ничего. Опять же таки, можно это сделать со скоростью света? Нет. У нас по договору так, что мы делаем. Мы не спешим, мы делаем. Вот. И ребята с этим согласны. То есть, вот сейчас, например, проводка, да, черновая, там кирдык-пердык. И я, когда, дай бог, когда закончится ремонт, я потом скажу в Телеграме. Вот если интересно, вот знаете,
Я смотрю тоже одну девушку. Они построили дом в Подмосковье, двухэтажный. И вот они построили маме одноэтажный такой дом. Интересно, вот правда есть чему поучиться. И вот она говорит, там, сколько на штукатурку ушло, сколько ее вообще ушло, сколько на квадратов, да, вот, вот сколько там теплого пола, сколько на кровлю ушло, да, вот, вот это вот все. Я тоже хочу так, может, кому-то будет полезно. Вы знаете, когда вот видишь у людей, да, вот такие вещи, ни в коем случае никакой зависти нет. Наоборот, нужно учиться и стремиться еще быть лучше, понимаете, как? И я рада за таких людей, которые вот могут, которые идут вперед, вот правда. Сейчас эта девушка, они взяли студию в Подмосковье, и вот тоже сейчас рассказывают, показывают, что, чего, какой материал. Но я сейчас не буду вперед паровозы бежать, когда вот все это у нас сделают, когда мы уже вселимся, я буду вот в этом, в телеграм-канале буду потом расписывать, что, чего, какие двери, от кого двери, какие мы решили выбрать. Вот спрашивали, где вы взяли, где вы будете, где вы берете двери. Мы еще не определились. Мы ездили в тот магазин, мы посмотрели, нам рассчитали. Высота дверей у нас 2,20, не стандарт. Ширина у нас идет 90. Почему такой широкий проем, как входная дверь? Для того, чтобы проезжала инвалидная коляска. Слава Богу, у нас мама ходит. Но никто не застрахован ни от чего. Пусть они будут 90. Понимаете как? Так что вот так вот. Тоже вот этот момент, вот этот нюанс очень важен. Двери пока мы межкомнатные, они будут в конце. Мы ездили, спрашивали, нам понравились. Мы уже определились, какая цена каждой двери. То есть не буду сейчас говорить, потому что это все неизвестно еще. Вот когда мы уже определимся окончательно, где какие двери взять, межкомнатные, и устроит ли нас эта цена, тогда уже мы скажем, где и чего мы брали. Вот. Так что вот такие дела, ребятки. Я пойду пить таблетку. Этот антибиотик, мне сказали, он такой сильный, в аптеку зашла. Он очень сильный, сказали, пейте. Бифидобактерин. Потому что он прям там, трых, вот так будет все. Пошла, я выпью. Ой, вот лежит. О, там кукла Чаки. Что там, она у тебя раздетая. Если как YouTube попадет, как заблокирует, нафиг. Тут такие, как у ребенка все, ёшкин кот. Тут нельзя показывать. А то YouTube воспримет, как будто дитё здесь лежит. Ой. Да! Жир! Ребятки, мандарины просто атасность. Сладкие-сладкие в нашем магните. Пошла я таблеточку выпью. Эй, жир, 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 жир ты наш. Мягкая шерстка. Антистресс. Ой, жир безухий. Жир. Ребятки, сейчас выпью вот эту таблетку. Антибиотик этот, и буду отдыхать. Болит невыносимо. Все, ребятки, всем спасибо, до завтра, всем пока-пока.